Начнем с небольшой статистики. Подростковая преступность в Тюменской области снижается. С начала 2020-го зарегистрировано 274 преступления. Это меньше, чем в прошлом году, на 5,5%. Такие данные предоставила региональная прокуратура. Самым распространенным видом преступления среди подростков по-прежнему остаются кражи. Всего их совершено 154. 68 в Тюмени. На втором месте угоны, их 34. Как и раньше, легкой добычей становятся автомобили отечественного производства, припаркованные в жилом секторе. Третье место занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Их 17. 14 зарегистрированы в областном центре.